Обмануть пенсионеров сейчас, возможно, стало еще проще, потому что они стали приобретать себе смартфоны, а не кнопочные телефоны. А там и соцсети, и мессенджеры, через которые тоже можно вытягивать деньги. Тот факт, что гаджетами пожилые люди пользуются все чаще, свидетельствует статистика. Какие именно функции в смартфонах интересуют взрослых потребителей, расскажем прямо сейчас. Похоже, что кнопочные телефоны вот-вот окончательно канут в лету. Старые добрые деревяшки уже уходят в прошлое даже среди пожилых россиян. Еще в 2020 году в числе самых популярных моделей у людей в возрасте 60-75 лет были именно устройства с кнопками. Сейчас же у них в топе пусть и бюджетные, но смартфоны. Все чаще пенсионеры пользуются мобильным интернетом. Трафик уходит на общение в мессенджерах и соцсетях, а также на просмотр кино и роликов. При этом среднее количество потраченных гигабайтов сопоставимо с 21 серией сериала. На звонки же абоненты этой возрастной группы тратят около 6 часов в месяц. На плаву продавцы кнопочных телефонов держатся, пожалуй, только за счет покупателей в возрасте от 76 до 90 лет. У них такие устройства входят в топ-10 самых популярных моделей. Ну и среди них каждый шестой пенсионер уже пользуется смартфонами ради общения с родственниками в мессенджерах через интернет. Чуть менее популярны у таких абонентов соцсети и видеохостинги. Да и звонят по телефону они несколько реже. На разговоры уходит 5 часов в месяц. Кристина Черкова, Дарья Эйвазова, новости по будням.